Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». На полях Вифлеема в полночной тиши неземные напевы звучали. Пели ангелы стройно, с восторгом души, и просторы словам их внимали. От сияния звезд убегала вдаль мгла царство мрака коварного века. В эту ночь благодать от Отца снизошла, и Иисус принял плоть человека. Сын Всевышнего, сущий над миром Господь, стал беспомощным малым ребенком. Он пришел в этот мир, чтобы зло побороть, хоть лежал на соломе в пеленках. Небожители в мир провожали Христа. Сбылось то, что вещали пророки. Он рожден, чтобы принять мучение креста, осудить грех и наши пороки. Я колени склоняю и в тайне души согрешение ему открываю. Внемлет Бог моим скромным желанием души, в сердце радость опять обретаю. Это лучший подарок Иисусу Христу. Рождество принесло всем прощение. Пусть хвалебные песни несутся Отцу за чудесное благоволение. На полях Вифлеема в полночной тиши песнь неслась с ласкозвучным мажором. Прославление Бога от чистой души, торжество вместе с ангельским хором. Исаия 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на мира, на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Аминь.